Не, я говорю, даже квадроцикл он может зацепить ковшом. Ну, резиновое покрытие, оно вообще в принципе предназначено для того, чтобы его механически чистить. Асфальт будет чистить? Вот это понятно. Значит, загородим вешками, чтобы не чистить. Потому что это делали профессиональная организация, которая занимается резиновым покрытием, которая покрыла сотни тысяч. На 7-м микрорайоне тоже эта организация была? На 7-м? Да. Ну, возле поликлиники не знаю. А? Не готов говорить, могу нет, сказать про это. Нет, это не та организация. Нет, не в этом году, нет, это не в прошлом году. В прошлом году? И не готов говорить. А, просто там от резинового покрытия-то ничего не осталось? Нет, нет. Точно не эти. Если ребята. Это же организация, вот, то доверять не стоит. Я с этой организацией работаю больше 15 лет. Вот гарантийная нам организация. Нам в том году еще... тоже говорили так. Не, ну, я не знаю, кто вам что говорил. Сказать, вот, что у меня еще прошлого. Ни одного вопроса по старым объектам. Дали замечания, мы посмотрим. Необходимые бумаги, претензии на проект.